Капитан команды по игре в зорницу Настя Игнатьева точно знает, что взять с собой в дальнюю дорогу. Аптечку, еду и, конечно, хорошее настроение. Мне больше не нравится это поезд. Поезд это то место, где люди сплачиваются, особенно когда ты ездишь с друзьями. Это море эмоций, веселье. Ты никогда не будешь скучать в дороге. 20 победителей областных соревнований по военно-спортивной игре «Зорница», которые прошли в губернии этой зимой, отправились в поощрительную поездку. Им предстоит долгая дорога, экскурсия по Брестской крепости. Я хочу узнать Брест, посмотреть разные достопримечательности, посмотреть, где происходили военные события, где воевали наши предки. Провожали ребят родители, педагоги, представители партии «Единая Россия», которая была инициатором проведения «Зорницы» и наградила лучшие команды. Перед отъездом для них провели экскурсию в музей железнодорожного вокзала и дали напутственное слово. Именно «Зорница», она позволяла ребятам реализовать именно вот то чувство коллектива, да, плечо друга, ощущение. Кто-то проявлял свои лидерские качества. Именно вот эта игра, она позволяла это все сделать. Когда ребята приедут в Брест, они встретятся там с участниками марш-броска «Знамя Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Белоруссии. Марьяна Мирная, Павел Пресняков. События.